Привет, друзья! Как дела? My name is Fedor, and today we have a very tough task for your listening. Today we have real Russian. I will be speaking Russian at my regular speed with the regular vocabulary that I would use with my friends. So I'm gonna act like you are my dear friend and I'm just telling you something about myself and about my you know everyday life. Okay, and so your task is to listen closely and try to understand what's being said. You have Russian and English subtitles to help you along the way. But if listening is just one of the things that you want to improve upon, then join our 30 day speaking challenge where we will cover vocabulary, listening, and speaking. So by the end of the speaking challenge, you will have 26 tasks total which have already improved your communication by a whole lot. Those tasks will be just as challenging as today's video, okay? And what it will do is it will push you to start speaking more, to start getting out of your shell and start speaking more Russian and expressing your ideas in Russian. We will train you. You will learn how to do that, how to finally get your ideas out of your head and start speaking them. Alright? Join our 30 speaking challenge. It's the first link in the description. And now let's move on to the video of Real Russian. I'll be talking about my daily schedule and my routine every single day. And how it has changed over the years. недавно я начал думать о том как правильно структурировать свой день и как правильно структурировать свою неделю даже. в последнее время у меня было очень много работы и у меня есть еще одна подработка, которая расписание которой очень вариативное, то есть я могу допустим работать 5 часов утром, потом через неделю 5 часов вечером и то есть мои часы работы они постоянно меняются. И из-за этого мне очень трудно настроить свой режим дня. Я люблю спать рано, то есть, я люблю идти спать рано. Допустим, я могу э, спать с, не знаю, часов 10 вечера до 6 утра, например, да? Ну, для многих это очень рано, но для меня это идеальное время сна. Но очень часто я работаю, допустим, до полуночи, я работаю до часу э, ночи. И мой режим дня сбивается. И в последнее время, что я заметил, это то, что когда у меня нету работы, то я все равно не соблюдаю свой режим дня. Я все равно, допустим, там, не сплю очень долго, играю в компьютер, например, ночью, чего мне делать, допустим, ну, не стоит. И в последнее время я начал себя заставлять, вот именно стараться... Спать ложиться в одно и то же время и просыпаться в одно и то же время. Для меня это очень важно. Для меня я... Вот самые продуктивные часы дня для меня это утром. И если я просыпаюсь в час дня, в два часа дня, то для меня день просто пойдет ну, плохо, так сказать. Поэтому мне нужно как можно чаще себя заставлять просыпаться рано и идти спать рано. И вот второй пункт, наверное, самый сложный, потому что и вправду нужно иметь очень большую силу воли, чтобы пойти спать, когда тебя зовут твои друзья поиграть в компьютер, и ты просто должен заставить на себя идти спать и сказать им нет. Очень часто это очень трудно сделать. Но я себе поставил цель, чтобы снова восстановить свой режим дня как можно скорее. That's it, guys. I hope you, you have understood something, and I hope that you have been challenged enough today and your listening has improved a tiny, tiny bit. For you to improve more, join our 30 Speaking Challenge. It's right under me. See you there.